Плюшки, пирожные и баранки – заслуженные угощения для тех, кто хорошо работает. Во дворе на улице Арцебушевской на общегородской субботник вышли почти все жители. Малыши играют и танцуют, взрослые копают, орудуют граблями и красят. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Представьтесь. Владимир. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Макаете кисточкой. Немножко выжимаете, чтобы не обрызгать себя. И красите забор. Желательно сверху вниз, чтобы красочка вниз стекала и не было потом потеков. Ну что ж, друзья, хорошим людям нужно помогать в их хорошем деле. Поэтому, опускаем кисточку в краску. Немножечко, как вот нас научили, отжимаем. И сверху вниз красим забор на Арцебушевской 3А. Двор на Арцебушевской – один из победителей городской программы «Двор, в котором мы живем». Теперь на образцово-показательной территории и работать приятно. Раньше было очень много проблем и с управляющей компанией, и с председателем. Сейчас другой председатель. Сейчас заявок никаких почти не попадает ко мне. Люди не обращаются с этими просьбами. И только наоборот благодарят, что очень много проблем было решено и сделано. И вы видите, сегодня очень много людей вышло на субботник, хотя они в месячник принимали очень активное участие. К майским праздникам всем дворам возьмутся за посадку цветов, чтобы двор стал еще красивее. Кстати, для дворов-конкурсантов программы «Двор, в котором мы живем» с 2015 года введен новый критерий – участие в месячнике по благоустройству. Те, кто активно подключается к вопросам наведения чистоты, победить имеют больше шансов. Прием заявок по конкурсу стартовал в Самаре 17 апреля и продлится до 1 сентября. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.